je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. J'ai eu, je sais pas, l'idée folle d'écrire un reportage sur la Sibérie. Я имела безумную идею написать сценарий о Сибири, потому что французы, они мечтают о Сибири, это вызывает у них какие-то безумные, фантастические идеи. И во Франции, даже когда плюс 2 и 0 градусов, это уже холодно, и как бы для французов это просто целая трагедия. И мне захотелось приехать и посмотреть, как люди живут при минус 40, минус 50, минус 60. Это репортаж для крупного французского канала М6, который второй по значимости во Франции. И это будет показано в программе «Эксклюзивный репортаж». И фильм будет называться «Сибирь. Это сложная, ну, как бы жизнь в сложных условиях». Потом мы переместимся в Норильск. Это город-завод, индустриальный город. И потом мы будем в Новосибирске снимать.